Привет, Лёва. Это гуси там раскричались. Я вам мяско принесла. Там кролики, он на них смотрит. Он, видите, кролики. И ему прям видно сюда. О, привет, тут я теперь. То, пошли кушать. Пойдем. Сегодня вам досталось мяско. Пошли, Лёба. Эй, красавица. А тут чудо. Стекло жалко. О, вот тогда. Красавица. Надо её, может, вдруг почище, где стекло. Отсюда. О! Нет, тут солнце прям не даст мне. Не, не даст. О! Представляете? Ну посмотри сюда, ну посмотри. Красавцы. А это так и лежит, смотрит. Чего ты? Медведь. А посмотри, вон леопард лежит красиво какой. Посмотри, вон кошечка. Ой, ты посмотри, как висит леопард. Это вот краснокнижные, 25-30 штук осталось всего лишь. Не надо, Миш, не надо. Не надо, ну, не надо, он не надо. Поломаешь стекло, что будем делать? Сынок, да? Не надо, не надо. Смотри, сейчас тетя будет кормить. Иди на вкусняшку. Смотри, тетя будет кормить. Ой, попала. Иди. Ну, они эти сытые. У них вон и курица там, или мясо какое-то козлиное вон лежит. А, они да. Сытые, потому что нет, они краснокнижные, их кормят хорошо. То он боится прыгать. Кушать. Мишка хочет. Ну, много не дам, спускайся красиво. Будешь. У меня вкуснятина. Давай. Ты тоже хочешь писать? Да. Писать хочешь? Иди, мяско, у меня ж вкусная конфетка, а ты красавец. Сейчас мы подумаем. Так вы уже выходим, мы там зажмем. Ну, не хотите, как хотите. Шикарно лежит, прям шикарно. И котчейки тут. Рябдик. Ну, они сытые, да, они свое не доели даже.